колпачиков. Я мечтаю о том, чтобы завершить кругосветную экспедицию и мечтаю о том, чтобы сделать это со смыслом. Я очень люблю гулять по набережной. Когда ходишь один на набережной, тишина, иногда шум воды, шум ветра. И ты можешь подумать о себе, о жизни, о делах. Можешь ни о чем не думать. Тишина – это огромная ценность. Для меня важно какое-то постоянное движение, развитие. Я люблю двигаться вперед. Я лишен способности видеть. Каждый день где-то вынужден переходить дорогу. Идешь один вслепую. Ты не можешь не начать доверять, потому что информации минимум. Ты каждый день тренируешь вот это доверие к миру, к людям. Оно выходит на космический уровень. И, приходя на работу, я уже по-другому смотрю на людей, по-другому с ними разговариваю, да. Людей с ограничениями по здоровью в мире очень много. 15% всего мирового населения. В чем заключается наша деятельность? Мы нашли такую интересную функцию людей с инвалидностью, когда благодаря своим уникальным талантам и способностям помогают развивать таланты и способности других людей, людей без инвалидности. Настоящее инклюзивное взаимодействие, при котором все его участники прирастают. Представляете, как это повышает качество жизни людей? Проект «Паруса духа» — это, в первую очередь, экспедиции на парусных судах. Создаются инклюзивные экипажи, они состоят из профессиональных яхтсменов, из людей с инвалидностью и из волонтеров без инвалидности. Осуществляется взаимодействие между этими группами людей. И плюс в портах стоянок организуют гуманитарные мероприятия для местного населения. И оказалось, что люди с инвалидностью по всему миру могут стать новым источником социальной энергии. Компания «Росатом» разделяет наши ценности, наше мировоззрение. И мы начали экспортировать социальные инновации совместно. В 2016 году у нас получилось сделать совместную экспедицию в 11 стран, 20 городов. Рассматриваем это как первую часть кругосветки. И вот тогда мы сошлись в понимании инклюзивного взаимодействия, экстрабилити. И вот мы начали вместе продвигать это тогда. С тех пор мы проводим эти регаты в разных уголках России и мира. Главная цель в «Парусах духа» – это начало позитивной трансформации социальной роли всеми участниками процесса. Я мечтаю о мире, где нет одной такой стороны, которая помогает другой бесконечно. Каждый имеет силы и возможность помочь друг другу. И здорово, когда в людях неожиданно пробуждается энергия.